Котики, всем привет! Привет! Мы с Матвеем приехали в Оби, теплый стан. Что-то у меня душа требует, чего не знаю. Сейчас заходили с ним в Бетховен. У нас Бетховен в Меге. Там попугаи. Все, захотели попугаи. Но нам нельзя, потому что у нас Злата, она маленькая. Ну нельзя. То есть попугай будет сидеть в клетке, а это неправильно. Потом мы видели рыбок. Все, заведем рыбок. Ну, Матвей уезжает на 3 месяца к бабушке на каникулы. Приедем, по-любому купим, да? Я как раз, у нас 2 аквариума есть. Фильтр надо купить. Я пока все подготовлю. Купим. Что-то и собака у нас есть. И кошка. Такие крупные, смотрите, какие. Можно хомячка, но хомячки, друзья, долго не живут, поэтому... Ну, рыбки тоже, но рыбки-то меняются. Я хочу гуппи. Самые простые. Так, туя 370 рублей. Ну, достаточно... Ну, не маленькая и небольшая, нормально. Роза. 1000 рублей, но большие, красивые. Есть мелкие, а есть крупные. В больших ведрах. Вот такая вот. 370 рублей. Пошли, Матвей. Тебе что, пылесос нужен? Ну да, да, ты должен маме купить робот-пылесос. Я очень хочу. Нам очень нужен робот-пылесос. Сколько у тебя денег есть? Купишь мне робот-пылесос? 2000. А он минимум 10 000. Минимум? Да. Пойдем посмотрим. Пойдешь к себе на диван? Да. Ну давай. Смотри, пожалуйста, за телегой только. Ага. Особо, это мое, самое. Да, хорошо. Наши. Ну, конечно, думаешь, они купят, новое поставят. Иди вот там под шатер сядь и почувствуй себя султаном. Ладно, я пошла дальше. Так, вот такие вот мелкие розочки, 319, розы кардана. Их достаточно много. Так, мне подписчица писала показать кактусы. Посмотрим кактусы. Цикламены 400 рублей. Ой, какой рисунок, смотрите. На бегониях. Вкусненько пахнет. Колокольчики. Компанула. Ценник 550. О, моя любовь. Так. У меня скоро зацветет красненькая. И знаете, а зацветет какая? Я ее вот ранней весной кто-то у нас высадил. Я оторвала вот такой череночек. Ну, рядом там в соседний дом в подъезде. Будет цвести. А вот эти вот, конечно, уже 2 погибло у меня. Ну, какая-то черная стволовая гниль. Ничего, Максим не помог. Ну, ладно. Скоро вам покажу свою коллекцию. Она небольшая. Хочу съездить к Николаю на ВДНХ. Торговый центр ПМ. Там сортовые разные продаются. И они варигатные, с белыми листьями. Поэтому хочу. Вот, смотрите, разные. Ценник на них 300 рублей. Может, что-нибудь по уценке купим. Так, ну что, посмотрим. Фаленопсисы? Так, фаленопсисов немного. Ну, сегодня у нас четверг. Я думаю, разобрали. Но все равно прогуляться хочется. Так, ценник на них 600 рублей. 9 размер 600 рублей.
Большой, большой не буду доставать, он в таком вот кашпо стоит. Не будем лезть. Посмотрим другие цены. Так. 1100, друзья. Ага, двухствольный 1100. Королевские есть. Королевский. Так, вот ценник вижу. 1900. 1900. Ну, завоз, я думаю, был. Их все разобрали, потому что не так много. Пандочки 1300. Чего-то хочется. Нет, друзья, мы будем с вами спасать кого-нибудь. Мне не очень хочется орхидею, мне хочется... О, ну-ка покаж. Что-то новенькое. Ну-ка покаж. Так, телегу надо ставить, людям не мешать. Так, ну-ка приляж. Только не пачкай, пожалуйста. Давай. Я тоже хочу прилечь. А где твоя кепка? А, все, вижу. Раздевайся, поспи тут, отдохни. Ты полежал уже? Нет. Нет? Не можешь залезть? Ну, могу здесь, но... Вот. Ну, не знаю как. Давай я подержу. Поправь подушку, матрас. Давай. Ложись, я буду держать. Только ноги нельзя грязнить. Ой, что? Нога заболела. Нормально все? Только ногами нельзя, не грязни, ладно? Да, вот так вот, если что. Полежи, отдохни. Я тоже хочу прилечь. Я лежу, наплежу. Не, я не буду. Я что это? Только поправь все, ладно? Подержать тебя? Давай, я подержу, залазь и лежи. Ой. Если тут пьяный захочешь полежать, так мимо. Нормально, да? Все, я пошла. Так, вандочки. Ну, такие уставшие уже ванды. Я думаю, скоро их будут оценять. Ценник на них в вазе 6500. 6500. Моя белая цвела. Надо мне вам показать. Сейчас Матвея, друзья, отвезу, да? Я сейчас как представлю сборы. Сумки собирать, одежды. То вообще ничего не хочется. Разные есть. Камбрии. Вот какая красивая, да. Она бледная-бледная, но мне нравится. А вот какой малыш-малыш-малыш. Цветочек с ноготочек. Маленький-маленький цветочек. Ценник 690 рублей. Шестерки. Что-то подорожали. В прошлый раз 550, что ли, я покупала. Так, малыши. Есть яблочки. Тын-тын-тын. Ну, мне кажется, это, друзья, прошлогодний завоз. Ну, в том плане, что, помните, мы были с вами? Так. Такие красивые мультифлоры. Цветок небольшой, но облачком, когда расцветет. Рим очень красивый. Очень красивый рим. На него смотришь и прям успокаиваешься. Дендробиумы стоят. Так, дендробиум на 1300. Что-то в этом году не привозили. Знаете что? Пофиопедилумов так не было.
как-то в обе всегда привозят. Оптифлор, 15-й горшок, вот этот вот. Так, сейчас посмотрим. 1900. Большой 15-й горшок. Ансидиум в 9-м горшке, друзья, 1700. Но там бульб много, но перебор. Я считаю, что это, друзья, перебор. Как-то вот неразумно поставили ценник, что-то опять вкусненькое пахнет. Смотрите, какие совсем малыши, малыши, малыши. Маленький-маленький. С пальчик. Так, ну что же. Так, мельтонии есть, друзья. Мельтонии как-то вот сейчас лето, да? Ну, на моей памяти раньше это зимой привозили. И знаете, вот зимой намного больше выбор, чем летом. Так, фиалочки. Вы спрашиваете, как твои пожелания? Хорошо, тоже покажу, не переживайте. Помните, я пересаживала, все хорошо. Какие они красивые, друзья. Я понимаю, мы с вами любим орхидеи. Но хочется разнообразия. Разные бегонии. Так, пошлите посмотрим. Кактусы, здесь суккуленты. Кактус алоэ огромный. Так, ну, допустим, вот такой вот кактус. Цена на него 440 рублей. Это с прививками, но я могу ошибаться. Но они большие. Просто я могу залезть, но они, знаете, как колются. Так, вот здесь, вот 700 рублей. Ого, что это такая цена на них? Смотрите, какой домик для кактусов. Тепличка маленькая, небольшая, да? Прикольно, красиво смотрится. Даже можно... Ну, как можно? Можно драгоценные орхидеи туда, ну, малышей, допустим, росточки сажать, но все равно... Двери придется закрывать чем-нибудь. Такие вот большие кактусы. Но ценник на них, видите, дорого. И их не уценяют как бы в оценках, ну, может быть, там 2-3 раза. Смотрите, какая композиция. Вот этот вот какой интересный. Ну, это суккулент. Кактусы тут, суккуленты. Красивая композиция. Так, вот цена вот на этот. 470. Так, ну что же, пойдемте посмотрим на оценки, что есть. О, это что такое? А, это этот, поливать огород. Ну, цветка, конечно, уже меньше и меньше. Вот еще кактусы. Ценник. 250 рублей. Такой писюнчик. А вот еще какие интересные. Интересно, когда я вот сажусь, всегда слышно, как у меня коленки хрустят. 2000 такой. Опа.
Так, ну, садовых растений осталось мало. Так, тут у нас пеларгонии по 200 рублей. Плющевидные. Маленькие ростики. Так. Помидоры еще. Капуста. Перец. А, мы ходили сейчас в Икею. Есть цветок, но самый обычный из орхидей. Ходили в этот в Ашан. Вообще три фаленопсиса стоит на уценке. Но ценника нету. Ни о чем. О, смотрите, красный. Краб. И синий. Так, ну что же, есть на уценках фаленопсисы, но они дорогие, друзья. Вот этот вот зонтик, ну там три цветоноса, убитый, 960 рублей, двухствольный 730, это уценка уже, друзья. Ну-ну-ну. Розы есть вот такие вот. Очень как-то странно, там цветущие дешевле. Смотрите, 390 рублей, побольше 419. Ну, небольшие эти уценки на них. Короче, по 420 рублей в большом ведре. Сельдерей. 60 рублей сельдерей, 6 штук. Так, груша есть. Такая груша 230 рублей. Яблоня 209. Ну, вот такие. Ну, смотрите. Ну, вот тут вот рост дает. Хочет жить. Палка сухая. Ну, она не сухая, но лысая. И вот здесь, а здесь неизвестно, что у яблочка будет. Ну, а, нет, вот почки живые. Будет жить яблонька. А, вот кактусы. Есть, есть по уценке кактусы. Может, я раньше просто не замечала. Так, 50 рублей. Ну, 47, 70. Тут какой-то вот, наверное, погибает уже. Какой-то интересный. Ценника нету. Капуста даже, понимаете, на уценке. Все, что хочешь, пришел, купил. Помидоры. Мини-мята какая-то. Мини-мята 90 рублей. Понюхаем. Фу, ну это... Ой, знаете, она что мне напоминает? Моя мама в Ставрополе живет, родная сестра. Баба Маша. И вот у нее так утром выходишь в огород, и вот, вот такой аромат. Ой, как это мне напоминает мое детство, вот этот вот аромат. Не знаю, как это. Но это не похоже на мяту, не запах мяты. Почему мне не мята? Их много здесь. Да. Да, даже, знаете, как-то вот на душе. Так, пеларгоши есть. Пеларгоши. Так, есть камбрия. Даже неплохая, друзья. Смотрите, лесенкой растет, растет. Хорошая. Ну, бульбы не сильно сдуты. Ценник на нее 450 рублей. Я палочку поправлю, чтобы вот так вот стояла. Ой, какая красота. Ценник. Вот, смотрите. Красиво. Так, ну вот эти вот елочки. Ну, туи. Не, можжевельник. 420 рублей. Вот это вот. Здесь уже выдрали. Но все равно очень она красивая. Сейчас я ее поставлю вот сюда.
Оставила. Так. Здесь пеларгоша. Ну, прикольно. Смотрите, в большом подвесном. Ну, они, конечно, друзья, что-то вот... 200 рублей, короче. Вот. Их много. Но у меня нету места. Вон там бедный анцидиум стоит. Сейчас мы его достанем. Опа. Сюда поставим. Ценник на него 420 рублей. Мне жалко. Может, кто-нибудь купит. Мелкий цветочек у него. Вот так вот. Ровненько, чтобы стоял. Так. Ой, какая красота. Смотрите, какие листочки. Интересно, кто это? Герань. Ого. А, вот герань написано. Видите? Герань гибридная. Розана. 260 рублей. Если... Да, по листочкам похоже, но по остальному нет. И вот так она цветет. Но цветок, листочки, красота. Так, вот есть пеларгоша. Вот я в прошлый раз взяла такую, ну, наподобие, да? И она у меня моментом за неделю сгнила. Но это мы возьмем. Все равно жалко. Ой, кто-то завалился. Вот здесь вот в подарочных пакетах. Но они все равно, друзья, будут дорого. А такой пакет рекомендую купить. Очень удобно переносить фаленопсисы. Так, вот такой вот беленький. 600 рублей, друзья. Ну, по 200 рублей поставьте, их заберут. А вот еще. Что у нас? Не хочу, знаете, название ролика вот писать. Да, никого обидеть не хочу. Не хочу негатив нести. Ну, смотрите. Камбрия. Шикарная была камбрия. У нее большая бульба. Но вот здесь вот это все. Она гниет. Вот, видите? То есть, ну, это не все. Я могу вам, если хотите, кому интересно, показать камбрию. А, вот Галина ушла, у нее камбрия лежала просто, видимо, ну не могла она уже. Вот, и там, я могу показать, там просто, я не думала, что она выживет, в том плане, что капец, да? Тут вот хорошие не выживают. Друзья, я в шоке, она у меня жива. Она у меня с, да, с января месяца, она до сих пор жива. Если кому интересно, кто по камбрии, я в шоке. Я, у меня было много камбрий, да, зигопиталумов. Они и есть, но немного уже. Я была в шоке до сих пор, как она вот... Все бульбы сухие, одна сморщена, и идет хороший здоровый рост. Вот как-то. И видны корни. Кому интересно, напишите в комментарии, я вам покажу. Ну вот здесь вот это нужно отрезать. И вот здесь две бульбы. Две. И если еще эта гниль не пошла... Ну, так вот надо отрезать. И может пойти. Но он вот такой вот мелкий цветок. Очень-очень плотный, восковой, но интересный. Маленький, но он прям вот, видите, восковой. Переливается. Вот. Так, 330 она. Так, еще ванда есть, друзья. Ванда... 2000, ну 1950, но здесь, друзья, все уже. Так, куда мне тебя поставить? Ягодный микс, круто. Ягодный микс вот сюда. Слушайте, они там все падают. Поставим. Смотрите. Ну а залито болото, там уже болото. То есть, если вот так вот ее еще запихнули, так, видите, у нас проблема вот здесь пошла от цветоноса. Ну, здесь все, наверное. Даже если отрезать, гляньте, бедная, и вон цветоносик лезет, видите? Как мне жалко.
Как она жить хочет? Смотрите, вот даже если вот тут отрезать, ну хотя можно снять хорошенько просушить, и они, видите, льют воду, вот, вот. Естественно, вода попадает, а циркуляции воздуха нет. Ваза длинная, очень длинная. И получается вот такая вот проблема. Но здесь можно, конечно, попробовать просушить. Но не факт, что... А может, и будет все хорошо. Тут неизвестно. Тут можно, сами знаете, да, купить хороший, погибнет. А можно купить такую. Может, купят. Ну вот, видите. Видите, какая проблема. Цветочек дорогой. Его так многие хотят, не могут себе позволить. Вот здесь вот пила аргоши. Так, пеларгония здесь 250. Ну, водные растения я уже показывала. Они так и стоят. Так, где моя пеларгошка? Пеларгошечка. Не знаю, будешь ты жить, не будешь. Ну, ладно, попробуем. Мне так жалко эти пеларгонии в том плане, смотрите, они отломанные. Вот. Видите? Ну, мне нету, они правда в большом горшке. Вот на балконе подвесить. Если только. Ну там много, друзья, там вот все садовое. Еще видите, везут. Но фишка в том, что я сегодня ходила на почту, смотрю, тюльпаны выдрали. У нас на почте вот с весны росли тюльпаны, их выдрали и уже другие виды посадили. Эсхинантус, какой плотные-плотные лепесточки. И вот, вот, что это такое? Очень интересно. Слушайте, я думала, это какое-то повреждение. Нет, это не повреждение. Да, смотрите, какой рисунок на листочках, серебристый. О, очень интересно, как будто это, знаете, защитная форма. Ну, защитный этот. Еще прикольно смотрится. Зеленый и серебристый. Ох, розы сломаны. Дело не в этом. Хоть бы их быстрее купили. Ванду жалко. Видите, девочка сказала, воду налили и забыли слить. Дело не в этом, я понимаю, работа и все такое. Но это дорогой цветок, да? Очень дорогой. Его, ну, мне жалко. Пойдемте розами полюбуемся. Розами. Мне надо ходить побольше, потому что я такая толстая стала просто. А толстая будет не то, что некрасиво. Мне все равно, кто что про меня думает. Дышать тяжело. Вот я даже вот снимаю ролики и... Тяжело. Вот красивая, друзья. Какая красотка. Вот надо ходить. Ценник. Да, 1400. Вот, вот такая вот. Ай, как она вкусная. Нет, не она. Кто пахнет? Ой, как вот это вкусненько пахнет, друзья. Прям забываешь вот эти ароматы, когда ты не живешь, да? Ну, среди роз. Ну, как среди природы. Девочки, божественно. Прямо здесь палисадник роз, розарий.
Они разные. У нас есть Антонина. Я ссылку оставлю на ее канал. У нее более 150 роз сортов, да, но она живет в своем доме, и вот она прям фанатка роз. Если кому будет интересно, у нее прям полисадник, вот она сейчас сажает так интенсивненько. И, ну, скоро они зацветут, будет показывать уже цветущие, хотя у нее есть ролики, где, ну, она показывает прошлогодние, что цветут. У нее очень много. Красота, скажите. Вот так вот не пахнет, но когда приближаешь носик, то сразу вкусняшка. Вот канал Антонины, я ссылку на него оставлю под этим роликом, кому интересно. Ну, там интересно смотреть, знаете, вот у нее вот много земли, широка душа. Смотрите, он большой, вот такой вот. Большая шапка. Жалко, высоко стоят. Они такие все красивые. Все красивые. Мне прям хочется... Плохо видно, конечно. Высоко и тяжело. Ну, я не могу. Вот. Ой. Вот. Такая она розовая. Молочная, что ли. Ценник на них 1400. А вот роза грандифлора Летиция Каста. Кинозвезда. Так, пойдем на улицу посмотрим. О, эти я тоже хочу домой. Все-таки водную стихию дома надо иметь. Мне нравится вот этот красивый. 5500, вот этот 5500, этот 7500. Вот этот вот не работает, но он, наверное, воды нету просто. Он здесь 11000. Вот этот вот 13000. Дома поставить, ночью свет выключить, вот это вот журчат ручьи. Этот вот 16000 чаша. Ну, домой большой, ну, да, можно и большой, что. Шарики там вот крутятся, вот там вот шарики, и меняет цвет. На самом деле очень интересно смотреть и думать о приятном. Вот красивая штука. 22 тысячи. Вот это вот самая большая. Ну, воды там у нее закончилась, наверное, вода чуть-чуть капает. 27 тысяч. Все красивые, короче. Да, большой выбор. Так, на улицу пойдем. Здесь хорошо. Можжевельник 770 рублей. Они такие яркие. Лампы вот эти вот наверху стоят. Прожекторы. Они очень сильные. И вот красиво вот это все смотрится. Я думаю, знаете что? Что скоро орхидеи перенесут сюда. На улицу. Ну, надеюсь, что не перенесут. Лето у нас какое-то не очень. Что весна, что лето. Такая красота. Здесь тоже скидки какие-то. Вот какие интересные розы. Тоненькие-тоненькие. Длинные. Ну-ка. Вкусняшка. Вот белый. И вот там вот еще какая-то алая. Вот видите они какие? Я не знаю. Длинные. Длинные. Вкусняшка. Так, ценник на них. Так, так. Ой. 3000. 2999. Это роза. Роза.
штамбовая кайлани. Слепа, слушайте, становлюсь уже такой на дачке. Не, ну не слепая, конечно, вижу все, но я вдалеке вижу хорошо. О, какие там вот розовые. А вон там их много. Вон они. Мальчик с девочкой смотрят. Ну и, друзья, в обе можно ездить. Почаще, и все равно можно найти у центра. Мы их спасаем. Это не означает, что я не могу, и мы с вами не можем позволить купить по полной цене. Можем, конечно, все-таки вот это красивое. Можем. Но приятнее, когда ты подешевле покупаешь, ты спасаешь растение, и оно тебя потом радует. Так что я считаю, так вот. Ну все. Ну, все меньше, меньше, меньше становится садовых, огородных дел. Вот здесь вот. Вон какая красивая. 200 рублей. Такая она более яркая. Красивая. Розовенькая. Эти темные, а это вот такая. Залитые. Наверное, это плохо. Тут тоже акция. Акция на фуксии. 200 рублей. Они просто хотят пить. Серьезно говорю. Они вот я легенькие горшочки. Вот кому надо, друзья, фукси. 200 рублей. Так они стоили 280. Ну, не намного. Вот они. Колокольчики. Вау, смотрите, какие интересные. Матвею бы понравилось. Но он далековато сидит. Целозия гребенчатая. Как у петуха гребешок. Ценник 270 рублей. Интересная. Интересная. Но это же садовая, наверное, да? Тын-тын-тын, избегать переувлажнения земляного кома. Наверное, это уличная. Но и они разные. Великолепные. Вот такая расцветка. Вот такая вот расцветка. Видите? Вот такая. Много антуриум. Так, в каком там горшке? Маленьком горшке, небольшой, наверное, 12-й. Ценник 1400. Дороговато. О, такой красавчик, как я купила. Один стебель, там было два, один погиб. А другой, один остался, дохлик такой. Ну, я и дохлик брала, 1400. 1400. Ну, большие деревья здесь дорого. 8-10 тысяч. Ну и все. Здесь вкусненько пахнет. Спит мой там. Да, смотрите, понаблюдаем, да? Мы так с ним любим играть, шутить.
Молодой человек, можно с вами познакомиться? Как вас зовут? Вы чейный такой, красавчик. А? Где ваша мама? А? Пойдемте со мной. А? Жопка ленивая. Что это у тебя между ног белая нитка застряла? А, не, я думала, это у тебя эти ниты, веревочки. Че, купим такую штуку? Будешь спать на ней, да? Ладно, давай. Сына, я своей толстой попой не залезу. Залезу, а потом не слезу. Не, позорище будет. Не хочу позориться. Я тоже хочу, но я потом не слезу. Вот так кувырком буду слазить. Будут смеяться надо мной. Нет. Я вот... Не будем позорить старую больную женщину. Вон какая маленькая собачка поехала. Не могу. Нет, все, уходим. Я взяла цветочек, будем спасать. Не знаю, спасем, не спасем. Чуть не он не очень сильно слабенький очень. Ну все, пошли. Иванда вон там вот есть красивые такие вот в маленьких вазончиках. Прям большой цветок. Все, пойдем. Все, поправляй. Пошли, поправляй, все делай. Нам еще ехать. Аккуратно все поправь, чтобы было красиво. Угу. Стол, 2800. Все, пойдем. Ох, пойдем, дружочек мой. О, что это такое? Смотрите. Две ванды? Две. В одном стакане. Блин, ну прям вот ругаться мне хочется. Ну, дорогой цветок, ну, дорогой. Вон, смотрите, они... Это две, мне кажется. А может, это два? Два в одном. Может, это детка? Хотя, я не видно. Подожди, сейчас... Белая получается вот такая вот. Ты что, хочешь ее? Нет, я просто хочу показать. А, смотрите, здесь вот у этой белой растет вот небольшая детка. А рядом стоит. Ой, я что-то интересненько. Подождите. Ой. Так, смотрим. Вот это белая. Вот рядышком детка. Рядышком детка. И еще рядышком вот этот вот большой, но хорошее растение, интересное, понимаете? Получается большое растение, детка более тоже большая, не маленькая, далеко не маленькая. Вот это вот детка, вот. И там еще маленькая детка, представьте, три в одном, от мамки все идет. И видите, что творится, гниет. Прям вот я вот это вот прекрасный экземпляр был, прекрасный, представьте, вот три растения в одном, три белых, и вот это вот все происходит, это не очень хорошо, что вот это вот происходит. И ценник на нее, вообще я впервые вижу, чтобы большое растение, более среднее, ну большая, она большая, вот макушка выходит, да, у детки, и там еще поменьше. Ай, блин. Это шикарный экземпляр. 3000 он, друзья. 3000 это ванда, 3 в одном. Ну, может, кто-нибудь сможет? Не знаю. Вот, смотрите. Лист. О. Ну, не всегда. Ну, ай. Ладно, не хочу расстраиваться. Все, пойдем. Пока доедем, пока помоемся.
что ж тут вкусненько так пахнет? Вот какая красивая, очень красивая, друзья. Сейчас пойдем. Вот, смотрите. У нее очень красивая губа. Ближе к красному. Они в воде все стоят. Ладно, не будем портить себе настроение. Все. Пойдем. Чего ты хочешь? Ой. Давай, ладно, будем прощаться, да? Ты к бабе едешь, да? Ты счастлив? Еще как, скажи. А как я счастлива? Я тоже. Я конкретно будем отдыхать, да? Да. Ты у бабы, я тут. Да? Котом. Да. Матвей Лялю забирает, а Злата на мне. У мамы у нас тоже кот есть, кошка. Тоже такая ку-ку. Молодые, они все ку-ку. Я говорила, что вот 3 года и потом нормально будет. Ну, 3 года, мне кто-то написал из подписчиков, что почему 3 года потом все нормально будет со Златой? Ну, что с ней будет? Ну, она взрослая станет. Сейчас. Фух. Ладно, все. Давай вот тут говори пока. Всем пока. Пока-пока, до скорых встреч. А Матвея вы увидите только теперь весной, осенью, да? В сентябре, в конце, да. Нет, в конце августа. Да, все. Говори всем пока. Пока. Говори всем хороших летних денечков. Да? Пока-пока, друзья. Пока. Пока, до скорых встреч. А я буду с вами, я никуда не уезжаю. Да? А Матвею тоже хорошо отдохнуть. Да? Чтоб никто не обижал. Будут обижать, пиши. Подписчики приедут, разберутся, да? Они ж тебя любят. Все. Любим вас. Мы шутим, конечно, но пока-пока. Всем пока.